Сегодня работники периодических изданий отмечают свой профессиональный праздник – День российской печати. Этот праздник объединяет людей, которые своим трудом создают информационное пространство – журналистов, корреспондентов, редакторов, работников типографии. Поздравления сотрудникам и ветеранам средств массовой информации по этому случаю направил глава Калмыкии Бату Хасиков. Вот что в нем говорится. «Ваша работа требует огромной гражданской ответственности, объективности и мастерства, ведь во многом вы влияете на формирование общественного мнения, даете каждому возможность шагать в ногу со временем и знать все, что происходит в Калмыкии, России и мире. Вы играете большую роль в организации диалога власти и общества. И у нас с вами одна цель – спокойствие и благополучие жителей нашей республики». Конец цитаты.